Доброе утро. Для многих утренний прием пищи становится едва ли не единственным временем дня, когда можно принадлежать самому себе. И уж наверняка хочется, чтобы завтрак был вкусным и запоминающимся. Денис, что вы нам предложите сегодня? Мы все, наверное, сталкиваемся с такой ситуацией, когда запасы в холодильнике невелики, и выходить куда-либо не хочется по какой-либо причине, либо просто-напросто нет времени. Для этого мы воспользуемся куриным окорочком, который есть, думаю, у каждого. Грибы понадобятся, ветчина и сыр. Для начала освободим окорочок от костей. Если на это нет времени, можно взять куриное филе. Слегка надсекаем мякоть, чтобы она была как можно нежнее и быстрее приготовилась. Немного соли и перца. Для начинки нам понадобится ветчина или любая колбаса. Нарезаем ее тонкой соломкой. Смешиваем ветчину с тертым сыром. Для этого блюда лучше всего подойдет мягкий сорт, такой как гауда или российский. Начинки можно придумать разные, все зависит только от вас. Добавим немного зелени петрушки и ползубчика чеснока. Сюда же нарежем грибы. Их можно предварительно обжарить, но это по желанию. Все перемешиваем. Берем небольшое количество начинки, плотно сжимаем шарик и выкладываем сверху на куриное мясо. Сворачиваем в рулетик. Выкладываем его на противень и отправляем в духовку. Готовый рулет на тарелке украшаем листиком салата. Подаем блюдо с томатным соусом и свежим огурцом. Для приготовления куриного рулета вам понадобится окорочок куриный, ветчина, сыр, грибы, зелень петрушки, чеснок, соль, перец. Вот так просто у нас получился этот замечательный завтрак. Спасибо вам, Денис. Приятного аппетита!